Дня. Это продолжение нашего сериала. Третья серия. Пришли приборы. Распаковка приборов. Всем ребятам спасибо, кто прислали. Вот в этом обзоре будет два приборчика Hotspot первого выпуска и уже последнего. Ну, смотрим. Очередная посылочка моя. На этот раз тут уже приборчик вот такой, Hotspot. Это мне прислал Сережа Французов для того, чтобы я его потестил. Вот, ну что, открываем. Долго не будем тянуть время. Ну что, продолжим. Вот так вот прибор идет в заводском исполнении. Это, я так понимаю, штанга-удлинитель. Стальная. Тут, скорее всего, электроды. Вот эта инструкция и наконечники. Это наконечники медные от сварочных полуавтоматов. Ну, я так понимаю, на окончание вкручиваются. Поехали дальше. Значит, здесь у нас что? Это вилки разъема питания, ну такие же, как на обычном компьютере. Это ясно. Вот он, видно, сам прибор и что у нас тут идет. Так, ну тут одной рукой не получится. Сейчас я все это покажу. Здесь у нас вот такой зажим типа клещи с острыми зубами. Ну и вот она сама ручка, куда вкручивается либо уголек, либо там еще что-то, чем работать. Ну и кнопочка пуск. Вот, и вот он сам приборчик. Сейчас я его тоже открою. Везде фирменные вон они наклейки, фирменный скотч. То есть все тут прям по фэншую. Ну вот такой прибор. В принципе, тяжелючие. Вот так выглядит. Значит, что, модель HS005P. Это более современная на сегодняшний день, значит, как заявлено, самая модная. Вот дальше. Максимальное потребление 600 ватт. Ну, серийный номер и так далее и тому подобное. Опа. Эх ты, упала. Так, ну что, поехали дальше. Значит, здесь у нас подключается питание, включается, выключается. И вот спереди что у нас есть? Глазок, режим. Здесь у нас светодиод, по идее, и регулировка минимум-максимум. Вот такой вот аппарат. Ну и сейчас посмотрим, что здесь идет в комплекте. Так, рэк пошел. Значит, что? Вот она штанга. Здесь она с резьбой. Напоминает также вот ПДРовский крючок. И такая же более коротенькая, вот, чтобы для сравнения видно было, да? То же самое зажимается вот этой стороной в пистолет, вот в этот рабочий. И здесь на окончании резьба, походу шестерка. Ну и здесь лежали вот они, обмедненные электроды. Похожие, да не похожие, как для спутера. Собственно, уголек обмедненный, он и в Африке уголек. Ну что, вот сейчас покажу, как это самое собирается. Поехали дальше. Вот так вставляется. Здесь в ручке на резьбочке фиксируется. И здесь то же самое. Вот на резьбе мы вкручиваем окончание. То есть сама трубочка, не трубка, извиняюсь, стержень стальной. Вот, а окончание медное из меди. То же самое здесь вот на резьбе вкручивается.
Вот такая вот штука. Ну что, инструкция пользователей. Мы ж русские, мы сначала пробуем. А как, если что-то навернется, начинаем читать инструкцию. Шутка, конечно, но инструкцию всегда тоже надо читать внимательно. Вот. Инструкции пишут всегда для того, чтобы их читали. Так что сейчас будем читать инструкции. Ну, остальное все дальше будет в следующем видео. Это так, анонс, посылочка пришла. Вот. Следующая посылочка идет тоже hotspot, но только предыдущего разлива. Я просто в нескольких местах поинтересовался, и мне любезно предоставили еще один такой же. Так получилось одновременно. Так что уже отбой некогда было давать, уже не имело смысла. Посылки ушли, и меня потом известили. Ну ничего, посмотрим, чем прибор отличается предыдущий от более современного. Ну и далее, там еще других ребят, других производителей, по-моему, из Белгорода, еще идет один аппаратик. Я просто с этими ребятами, так сказать, решил пообщаться и договориться о том, что я хочу это дело потестить, посмотреть, как это работает своими руками. Потому что, сами понимаете, пока ты сам своими руками не попробовал, что-то говорить положительное, либо отрицательное, то есть, как вот некоторые там, кто-то что-то купит и потом восхваляет, да вот такой прибор, да там все круто, да вот все, а потом хлысь-хлысь и Бобик сдулся. Вот, поэтому я, прежде чем что-то покупать, долго и нудно все это выясняю. И потом уж, если покупаю, чтобы потом не жалеть. Ну, есть такая древняя русская пословица. Видели глазки, что куповали? Теперь ешь ты, хоть повылазь-то. Шутка. Но в этой шутке есть доля правды. Поэтому лучше вот так вот договориться, попробовать и потом уже выюживаться, как говорится, дальше. Вот, на этом видео закругляется. Как приедут следующие образцы, я тоже их покажу, распакую, и потом будем все это дело тестить. Всем привет, YouTube привет. Вот очередная посылочка пришла, такая довольно таки увесистая. Сейчас будем открывать. Ну что, торжественный момент, открываем. Что ж тут такое? А тут вот что такое у нас. Тут аппарат для работы с клапанами. Это прислал мне мой товарищ. Вот будем его теперь мы пробовать и тестить. Вот такая вот игрушка. Довольно-таки тяжеленькая. Значит, здесь у нас включается шнур по питанию. Вот шнур обыкновенный, как на компьютерах. Здесь у нас панель регулировок и здесь светодиоды. Ну, естественно, масса зажимная. Вот. Здесь она такая очень зубастая, чтобы, вероятно, контакт был хороший. И вот такой вот металлический стержень, там резьба. А вот это вот наконечник медный, это явно с полуавтомата для сварки в углекислой среде. Сейчас попытаюсь его резкость навести. Наводись. Вот он, тут и отверстие, и все это видно. И под ключик выборки. Вот такая вот игрушка. Ну, естественно, вот он у нас управляющий момент, кнопочка, которая клацать, и сюда зажимается рабочий электродик. Вот такая вот машинка. Довольно-таки, в принципе, по весу тяжеленький.